Транспортные проблемы, обращения по поводу подтопления ЖК, несанкционированные свалки мусора. Эти и другие жалобы жителей, поступающие на электронные сервисы, обсудили на совещании в окружной администрации. Подняли и вопрос освещения в Подушкинском лесопарке. У нас и на контроле, и на чуткой власти. В любом случае, я думаю, при ответах, которые мы формируем жителям на общественной плоскости добродела, видно, что мы совершенствуем свой подход. Где-то даем более развернутые, объективные ответы, где-то оперативно службы, Андрей Ильич, стали выходить на связь с жителями. Отсутствие освещения волнует и жителей Звенигорода. На этот раз на недавно открывшемся стадионе «Спартак». Пока спортивный объект можно посещать лишь до 6 часов вечера. В первоначальном этапе мы заложили освещение, нам этого хватало. Потом мы начали реконструировать набережную, нам потребовались дополнительные мощности, плюс мы установили там необходимое оборудование для заливки льда, что еще потребовало мощностей. Сейчас на объекте проводят необходимые работы по перераспределению нагрузки на энергосети. В ближайшую неделю на стадионе планируют наладить освещение в ночное время. Когда жители пишут, что в 18 часов все ворота закрыты, это неправильно. И этого не может быть. Даже если у нас там пока плохо работает освещение. Мы стадион не можем в такое время закрывать. Ну, давайте определимся, это 9, 10, 11. То есть общественными зонами люди должны пользоваться. Также на совещании обсудили паспорта готовности к зиме. Документы, которые удостоверяют, что муниципальный объект прошел все необходимые процедуры и проверки и готов к зимнему сезону. На сегодняшний день у нас каждый паспорт имеет строгую перечень мероприятий, которые у него включен. Постановлением главы округа утверждена процедура. На сегодняшний день нами проведены все работы по получению пакета документов, и он сдан в Центральное управление Ростехнадзора. Паспорта готовности получили все муниципальные учреждения округа. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».